Насколько сократился объем средств на банковских счетах граждан этой осенью? С чем это связано? Ставки по вкладам подросли. Какие депозиты пользуются особым спросом? Сколько татарстанцев не удовлетворены сегодня своей зарплатой? Подробнее об этом расскажем прямо сейчас. Вы смотрите «Новости экономики». В студии Нина Гуринова. Здравствуйте. Граждане стали охотнее открывать долгосрочные депозиты на год и более. Об этом заявляют банкиры. Это происходит на фоне целенаправленного изменения стоимости вкладов. Если в марте этого года самая высокая доходность по депозитам была на сроках 3-6 месяцев, то теперь выше проценты по вкладам от года. Таким образом, россияне стали фиксировать выгодную ставку надолго. Между тем, крупнейшие банки начали массово повышать проценты по вкладам. В начале октября максимальная ставка по депозитам подросла и в среднем составила 6,7%. При этом есть банки, где проценты выше ключевой ставки. Можно найти вклады под 8,75%. Доходность вкладов топ-50 банков растет с начала октября. Согласно индексу финуслуг, первые две недели месяца средние максимальные ставки прибавили на 0,15-0,2% пункта. По вкладам, соответственно, на 3-6-12 месяцев. В среднем повышение по банку составило 0,5-1% пункт, у отдельных банков до 1,5% пункта. На текущей неделе ставки по вкладам менялись уже разнонаправленно. По краткосрочным депозитам ставки скорректировались вниз, по вкладам от полугода доходность еще растет. Банки заблаговременно заложили в доходность по депозитам снижение ключевой ставки, поэтому сегодня имеют потенциал для изменения ставок и возможность предложить повышенный процент для привлечения клиентов. По словам экспертов, объявленная частичная мобилизация спровоцировала изъятие денег из банковской системы. Люди часто снимали наличку. По данным Центробанка, в сентябре остатки на счетах розничных клиентов сократились почти на 500 миллиардов рублей. Чтобы компенсировать отток средств, банкам, возможно, придется повышать ставки по вкладам. Аналитики отмечают, что в период неопределенности люди начинают больше экономить, что в определенной мере может оказывать поддержку депозитной базе банков. По итогам года рост вкладов может быть в пределах 3-5%. Я думаю, скорее всего, вы только защититесь от инфляции, но у вас будут какие-то сбережения. Вы же не можете дома хранить, если у вас огромная сумма. Правда, я где-то промелькнула, что растет спрос на банковские, то есть на сейфы, на банковские ячейки. Потому что хранение денег в виде наличности, там не процентов, и от инфляции не сбережешь. 30% россиян вообще не копят денег. К такому выводу пришли аналитики сервиса «Платформа» и финансового маркетплейса «Сравни». По их данным, 37% граждан откладывают небольшие суммы, а 33% каждый месяц стараются отложить минимум треть от зарплаты. Уровень текущей зарплаты устраивает только 31% татарстанцев. 65% жителей региона сообщили, что нынешний доход их не удовлетворяет. Остальные затруднились ответить. Таковы данные опроса HeadHunter. Чаще всех недовольство уровнем оплаты труда выражают представители сфер безопасности и образования, госслужба и медицина. Тех, кто доволен своей зарплатой, больше всего в сферах консультирования, высший менеджмент, закупки, добычи сырья и управления персоналом. 21% жителей Татарстана признали, что их заработок должен вырасти более чем в два раза, чтобы его уровень их полностью устраивал. Еще треть хотели бы, чтобы их текущая зарплата увеличилась ровно в два раза. А каждый пятый работник региона отметил, что им не хватает прибавки в 40-50%. Еще 16% работников будут полностью довольны оплатой труда, если она увеличится на 20-40%. А каждому десятому будет достаточно прироста до 20%. Пенсии в России должны расти с опережением инфляции, однако зарплаты будут расти быстрее. Это следует из заключения Счетной палаты. Таким образом, пенсия в 2026 году будет составлять менее 30% от зарплаты. К сравнению, 5 лет назад данный показатель составлял 35%. По итогам этого года он должен быть менее 31,5%. Это были новости экономики. Смотрите нашу программу на телеканале «Татарстан-24» каждый будний день. А если пропустили свежий выпуск, то заходите на YouTube-канал «Татарстан-24» в раздел «Новости экономики».
До встречи.